Во вторник в Самарской области будет пасмурная ненастная погода, повсеместно пройдет дождь и снег. Температура воздуха в дневное время 0 плюс 3 градуса, ночью плюс 1 минус 1. Ветер преимущественно южного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет дождь, вечером снег. Днем плюс 1, ночью также плюс 1 градус. Ветер южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 1, ночью 0 градусов, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, выпадет небольшой снег, днем 1 градус тепла, ночью минус 1, ветер южного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.